Поясните, пожалуйста, сколько лет и где вы проживаете в новом квартале? Распланированным проездом 14, поэтому проживает до конца 85-го года. До 85-го года по настоящему? По настоящему времени. Но собак было в море, что собаки бросались на детей. Там рядом школа и рядом дорога, по которой мы ходили домой. Правильно я понимаю, что ваш интерес к этому объекту связан именно с тем, что он небезопасный? Да, у меня 10 внуков, поэтому все они живут там, я не могу, чтобы на детей еще собаки бросались. Я заплатила деньги свои и вызвала организацию, которая отлавливала собак. Даже так? Да.